Ребятушки, всем привет, всех приветствую на канале Такси Кул, ФБР на связи, как видите. Сегодня с вами рубрика «Бесплатная школа таксиста», и мы с вами поговорим на такую тему, как забытые вещи, телефоны в такси. Сегодня хотелось бы раскрыть эту тему очень, так бы, полно, да, хотелось бы привести вам некие примеры. Вроде бы, с одной стороны, кажется, это все легко и просто, нашел телефон, радуйся, там, или так далее, и тому подобное. Но когда у вас забывают какие-либо из вещей, это, наоборот, больше проблема, чем, как говорится, счастье. Сейчас я вам объясню, почему. Приведу один пример из жизни реального, как говорится, таксиста, да, который работал. Значит, смотрите. Реальный пример. Человек забывает телефон в машине, потом таксист находит его, да, звонит на этот телефон, он берет трубку, говорит: так и так, да, я нашел, я таксист, могу вам подвезти, дорога будет стоить там из ряда 100 гривен, да, доехать до вас, оплатите просто топливо, как бы дорогу, что я до вас доеду, отдам телефон. Да, не вопрос, он приезжает, и этот уже, собственно говоря, типок стоит с полицией, чтобы вы понимали, стоит с полицией, ждет этого водителя такси. На вопрос, а что такое, что типа случилось, он говорит: ты мне или даром отдаешь мой телефон, потому что как бы он мой, либо же я сейчас пишу заявление на тебя, так далее и тому подобное, якобы ты у меня украл там этот телефон, отжал и так далее и тому подобное. В общем, ребят, делайте выводы сами. Я сколько сталкивался, все время все как бы отдаю. Давайте напишите свое мнение в комментариях, какие ситуации у вас были, поделитесь с таксистами, как бы, может, у кого-то маленький опыт в этой сфере. О. Ребятки, всем добра, бабла, позитивчика, да разведем же срач в комментариях, пишите свое мнение по этому поводу. Я считаю, что должны быть в первую очередь адекватные тарифы для того, чтобы за 8 часов рабочего времени, адекватного, можно было заработать адекватные деньги, а не приходилось работать по 12-16 часов в день. Всем добра, бабла и позитива, подписывайтесь на мой каналчик, не болейте, ребят, подписывайтесь на мой инстаграм, ТикТок, Телеграм, группу таксистов. Делитесь этим видео с друзьями по пабликам. И раскидайте в группу таксистов. Также, ребятушки, что хотелось бы сказать. Кому нужна страховка, залетайте по ссылочке в описании. Там, собственно говоря, по промокоду TaxiCool21 вы сможете оформить себе страховку. Там оформляю я себе ее. Оформить можно где угодно, онлайн. И любую страховую выбрать, какая вам нравится. Страховка рабочая, проверенная. Ребята пользуются, все довольны. Всем добра, бабла и позитива. Пока-пока. До новых встреч.